Севак Ханагян. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь, отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз, словно солнце в мире не было до нас. А тревоги мелких сон я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю я тихим эхом повторю. Мне в глазах твоих себя не потерять, на разлуке нам любовь не разменять. И немыслимой ценой и своей мечтой заслужил я это счастье — быть с тобой, быть всегда с тобой. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю я тихим эхом повторю. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам она. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам она. Сева Ханагян на X-Factor'е, ваші оплески. Сева, мені здається, що скоро ми будемо вимушені приставляти до тебе охорону, щоб тебе не вкрали дівчата, які тобі плескають зараз у цій залі. Спасибо большое, спасибо. Дякуємо. Юля, чи зачепило твоє серце таке виконання? Ой, знаєте, у Севы уже есть такой образ светлого принца, такой доброй, чистой энергии. Но я от этого образа уже немного подустала. Я хотела бы видеть что-то новое. То есть мы опять видели вот такого же Севу. Это, я считаю, шаг на месте, если даже не шаг назад. Но это скорее проблема была в наставнике, потому что песня подобрана, ну, идентичная, а спеть лучше, круче, чем Сева спел в первом прямом эфире, невозможно. И здесь было, ну, уже неинтересно. Антон, почему такой выбор? Когда Сева затанцует наконец-то? Сева умеет танцевать и... Где? И где? Но сегодня Севак пел о чистой любви,
о той любви, которой переполнено его сердце. И я не против, если он захочет поделиться ею со зрителями. Понимаешь? То есть это был его выбор скорее? Это был наш общий выбор. Мы долго думали, как поступить, и сошлись на том, что он будет искренний, и он не хочет говорить о драме, он не хочет говорить о расставаниях, он говорит о той любви, которая переполняет его прямо сейчас. И эта любовь, она с открытым сердцем просто к людям выходит из него. И я не вижу никаких противоречий, мне все очень понравилось. Так, дякуємо, наставника ми вже почули. Андрію, що ти скажеш? Я согласен з Юлею. Я считаю, что все-таки это шаг назад, потому что выбор песни очень... Я, мне когда сказали, когда вот я давал интервью, я как-то уже думал, что это будет не очень хорошо для Сивака. Почему? Потому что очень сложно перепеть оригинал, который трогает за душу. Это такая песня, которая должна вызывать какие-то эмоции, сочувствие. А здесь было такое обычное, профессиональное, ресторанное пение. Мне не понравилось. К сожалению. И я все-таки жду, чтобы... Я очень хорошо отношусь к этому исполнителю. И я жду, как правильно Юля сказала, чтобы он затанцевал хотя бы. Хотя бы через субботу. Суббота через субботу. Как-то играться хотя бы с настроением песни. Зрозуміло. Дякуємо. Спасибо. Костю. Просто Сева нас настолько приучил к хорошему пению. Разбавил. Да, просто нас настолько, да, избаловал нас, да, вот стабильным хорошим пением, что теперь нам этого оказывается мало, потому что если даже там черную икру есть каждый день, она приедается, да, и в данном случае Севе нужно соревноваться не с кем-то, а с самим собой, да, и нужно учитывать то, что у нас конкурс достаточно долгий, и нужно попытаться все-таки и судей, и телезрителей хоть в какой-то степени удивлять и экспериментировать. Поэтому вот я этого ему желаю, и тогда все будет хорошо, я совершенно уверен. Спасибо. Дякую. Ну що ж, це теж може бути. Ми знаємо, що ви любите всіх учасників, звичайно. А зараз